Всем салам, на связи Сарам. Ну а перед началом просмотра хотел бы вам напомнить о том, что на сайте MyCSGO действует мой личный промокод Сарам, введя который вы сможете получить бонусом плюс 30% к вашему депозиту. Просто представь, что ты пополняешь баланс на 1000 рублей и получаешь плюс 300 рублей сверху абсолютно бесплатно. А если ты пополняешь баланс на 5000 рублей, ты получаешь плюс 1500 рублей на халяву. У тебя завалялись ненужные скины, которые ты хочешь давно продать либо обменять, ты это можешь сделать на сайте MyCSGO. Поэтому не забывай то, что ссылка на MyCSGO будет в закрепленном сообщении в комментариях, либо же в описании под данным роликом. Ну а мы не будем больше долго тянуть, давай приступим к просмотру. 999 рублей прямо сейчас у меня на балансе на сайте MyCSGO, и вы, наверное, скажете, возможно ли вообще окупиться, и как ты сейчас будешь окупаться. Мне кажется, это нереально. Но давайте же посмотрим и, так скажем, сделаем проверку сайта. Возможно ли с 1000 рублей окупиться, либо же нет. Давайте же не будем долго тянуть, приступаем. Нас ждут с вами прекрасные майнинг-кейсы. Давайте просто расскажу вкратце. Майнинг-кейсы — дешевые кейсы, которые ты сидишь долгое время открываешь, и очень большой шанс, большая вероятность выбить оттуда реально хороший дроп. Давайте же попробуем на примере чего-то. 1000 рублей. Для того, чтобы выйти в плюсе, нам нужно выбить дропа больше, чем на 1000 рублей. Давайте же посмотрим. Очень много различных кейсов есть. Сразу хочу сказать, если у вас 1000 рублей, не больше 1000, вот в эти кейсы не лезьте. Это вам сходу совет мой, личный, проверенный опытом. Вот эти кейсы, пожалуйста, любые на ваш выбор. Кроме механа пушки. Механа пушку не советую. Оттуда очень мало чего забирал. Давайте попробуем с Азимова, наверное, он самый первый, да? Давайте с него попробуем. Смотрим. Можно выбить эмочку, можно выбить авик, калашек и P90 и P250. Ну и также очень много шарпа, который вам не нужен. 10 открытий у нас обойдется в 123 рубля, а одно открытие в 12 рублей. Вы просто прикиньте, одно открытие кейса стоит 12 рублей. Мы с вами, народ простой, сразу 10 раз, и давайте будем открывать, будем сидеть, шпилить вот так вот, и будем смотреть, повезет или не повезет. Сразу хочу сказать, чтобы ролик надолго не затягивался, извините, но я буду открывать быстрыми открытиями. Вы видите то, что медленные открытия долгие, быстрые открытия выглядят вот так. С которых, кстати, я подумал, сейчас мы заберем авик, но немножко нет. Давайте будем пробовать, открываем по 10 раз. Очень интересно, что мы с вами заберем. Есть небольшая тактика. Если не дает первые разы, делайте 2 открытия. И делайте эти 2 открытия по 3 раза. 3 повторения, 2 открытий. Быстрее. И желательно, чтобы вам отсюда никакой P250, P90 не упал. Сейчас мы делаем второе открытие. Ну и, собственно, давайте третье открытие. Это такая небольшая тактика, которую до сих пор MyCSGO не пофиксили. И теперь мы с вами выбираем 10 открытий. После того, как вы по 2 кейса, собственно, открыли 3 раза, делаем 10 открытий быстрыми. Все, сразу же ничего не жда. Пожалуйста. P90 вот такой мы с вами уже забираем. В принципе, неплохо. На самом деле, довольно хорошо. На балансе у нас остается еще 480 рублей. Азимов можно уходить. И давайте попробуем какой-нибудь другой кейс. На самом деле, это немного глупо. Уходить с кейса, когда он тебе дал. И у тебя на балансе остается довольно мало денег. Но все же, мы с вами переходим к Нианур Майнинг. Тоже довольно хороший дроп здесь. Авик, Юспик, Глок, а также Эмочка. Ну и очень много шерпа. Давайте же попробуем 10 открытий. Давайте сразу же быстрыми пуляем и будем смотреть. Повезет? Да, отлично. Не повезет? Плохо. Будем как-то с вами справляться, собственно, с нашим этим, который мы с вами выбили. Все продаем, продаем, продаем. Будем справляться с вами как-то с нашим P90, который мы с вами выбили. То есть последнее открытие сейчас делаю. Все. Глок мы еще с вами забираем, глок ценой 842 рубля. В принципе, на самом деле неплохо. То есть мы, грубо говоря, с 1000 рублей, на балансе у нас осталось 125 рублей, и, собственно, вот такой вот глок Нианур мы с вами еще забираем. Не знаю, какая примерная стоимость этих двух скинов, сами там посчитайте, у меня с математикой все плохо. Но P90 и глок Нианур мы с вами вот такие вот забираем. Давайте же посмотрим, что можно делать дальше. На балансе 125 рублей осталось, навряд ли, если вы сделаете 10 открытий азимов, вам что-то выпадет. Но рискнуть можно попробовать. Ну, кстати, неплохо. Я вообще сейчас удивлен. Не, я вообще радостный сейчас, честно говоря. Довольно неплохо. Повезло? Хорошо. Ну и последнее. Нет, нам не хватает уже. 2 рубля буквально не хватает. Окей, 10 рублей у нас остается. Давайте посмотрим, что же нам делать. Мы с вами заходим в апгрейд. В апгрейд мы с вами пуляем P250. Это такая небольшая тоже тактика. Лучше сначала использовать дешевые скины, посмотреть, повезет либо же не повезет. Если повезет, на самом деле плохо, потому что скин дешевый. После дешевого скина вы засовываете дорогой скин. И, соответственно, сейчас, в общем, все покажу. P250 за 256 рублей. Мы, собственно, делаем примерно множитель где-то 1.75. Шансы маленькие, не спорю. Но
собственно, мы можем выбить отсюда вот такой вот ФАМАС за 452 рубля. Нажав на кнопочку «Апгрейд», у нас, собственно, будет апгрейд. Кстати, здесь два режима, есть классический, есть обновленный, я пользуюсь всегда классическим, и это хорошо. Вы скажете плохо, я скажу отлично. Просто замечательно, что так произошло. Мы с вами сюда засовываем глок. И глок мы уже ставим на множитель, ну, где-то 1,5. 1,5, потому что здесь шансов побольше, видели то, что она остановилась где-то здесь, вполне большие шансы, что она остановится где-то вот, ну, где-то вот в этой части. В общем, сейчас с вами посмотрим. Мы попробуем с глока сделать вот такой вот авик. Впервые вообще этот авик вижу, но все же. А, нет, не впервые. 1256 рублей он стоит. Нажимаем на кнопочку «Апгрейд» и смотрим. На самом деле все чистый рандом. То есть может повезти, может не повезти, и это нам чуть-чуть не повезло. Повезло. Конечно, не в ту сторону, где я сказал, она должна была где-то здесь остановиться, но остановилась она прямо вот здесь вот. То есть если бы у нас множитель был 1.75, мы бы, скорее всего, проиграли. Но, тем не менее, то есть 1000 рублей мы уже сделали как минимум 1256 рублей, и плюсом у нас там еще один скин с вами имеется. С апгрейдом, в принципе, можно на самом деле закончить. То есть у нас есть такой вот авик и есть вот такой вот P90 Азимов. Вот, чтобы вам видно было. Собственно, ценой почти все в 2000 рублей. И это довольно хорошо. Но что же вам делать дальше? Вы должны знать то, что на сайте есть различные бонусы. Есть вкладочка «Бонусы», можете зайти и почитать. Есть точно так же розыгрыши проходят здесь. То есть нажимаете на вкладочку «Розыгрыши». Собственно, здесь все вот так вот прогружается. Здесь вы накапливаете баллы. Собственно, всего баллов, сколько зачислено, можете посмотреть и сколько дней осталось. Не знаю, когда ролик смотрите, но призы здесь действительно очень хорошие. Начиная от ножей, заканчивая какими-то просто обычными скинами. Ну а здесь образно вот есть Зевс, даже Зевсы разыгрываются, 27 штук целых. Вот, поэтому смотрите, как это все получить, как это, в общем, все происходит, да, то есть здесь вот нужно нажмите, чтобы получить ежедневный бонус. Нажимаете, хоп, получаете, да. Поэтому про это не забывайте, очень много здесь бонусов проходит, в которых вы можете поучаствовать. Ну и про раздачу скинов точно так же не забывайте, здесь имеется вот такая прекрасная раздача, сейчас она у меня быстренько прогрузится. Раздача проходит каждый день, есть несколько раздач, есть раздача, собственно, каждый день, да, то есть вот мы можем посмотреть активные раздачи, то есть, ну, каждый день, грубо говоря. Здесь есть тикеты, у меня, к сожалению, он один, да, здесь можно посмотреть, сколько всего раздач и сколько скинов разыграно, точнее, на какую сумму. Очень много всего, начиная от ножей, заканчивая перчатками, опять-таки, начиная от ножей, заканчивая скинами, очень и очень много всего, очень много людей здесь участвует, про это не забывайте. Победители мифических раздач здесь точно так же с вами имеются. Ну, а с вами был я, Сарам, всем огромное спасибо за просмотр, также не стоит забывать то, что зайти на сайт вы сможете по ссылочке в описании, либо же в закрепленном сообщении в комментариях. Ну и, конечно же, не забывайте активировать промокод Сарам, потому что вы будете поддерживать меня, я буду поддерживать вас и давать вам плюс 30% к вашему пополнению. Не забывайте, всего лишь 1000 рублей вы пополняете на ваш баланс, и 300 рублей вы получаете просто сверху. Поэтому я считаю то, что довольно хорошая халява. Всем огромное спасибо за просмотр, мы уже с вами увидимся в следующем ролике. Удачи!